Еще располагает огромными резервами и собирается провести контрнаступление. Однако ему будет весьма трудно преодолеть стоящие на его пути горы со всей своей огромной армией. Выступите навстречу противнику и поджидайте его войска у самого высокого горного перевала. Предатели вновь не смогут одержать верх в сражении. 13-я миссия «Война и мир». Чисто боевая миссия. Да. Здесь главное быстро вывести... Вывести из строя арбалетчиков вражеских. Ваш приказ? Ваше желание? Ваш приказ? Поэтому кидаем в бой конницу, чтобы добраться до арбалетчиков. Слушай! Попадай к бою! Вперед! Да блять, сука, быстро к арбалетчикам, чё вы стоите? К бою готовы! Этим то же самое. Пошли! Так, тут добрались до арбалетчиков. Слушай, ваш приказ. Так, и здесь добрались до арбалетчиков, то есть дело, в принципе, сделано. Теперь только отбиваться. Поскольку у нас все арбалетчики живы, а у компьютера арбалетчиков нет совсем, то, по идее, мы должны выиграть. Справимся, я думаю, справимся. Главное, чтобы арбалетчики стреляли. Ну и все, собственно, тут уже понятно, что у компьютера шансов нет. Миссия довольно легкая. Так, тут добрались до моих арбалетчиков, сукины дети. Так, до моих арбалетчиков добрались. Вот это вот... Непредвиденное обстоятельство. Слушай! Ваше сиятельство! Так, до моих арбалетчиков, сука, добрались. Это вообще никуда не годится. Да? Уничтожим приказ! Точно! Так, ну все, вот теперь точно мы победим. Спас арбалетчиков. Все, миссия пройдена. Ну, когда там завершится миссия? Так, продолжительность 3 минуты всего. Я потерял 44 солдата, а уничтожил 114. Всем спасибо, всем пока.